Всем чики-бам-бони, мы продолжаем слушать Абу, Абба, группа Абба. Приступаем. A while ago I heard the sound of children's laughter. No, it's quiet. Left the park. Harder by the hour. The sun is going down. It's nice and cold. The rain begins to... Ну тут прям слышно, вот именно сказка, прям вот, знаете, вот тут, ну так скажем, обычно мы представляем сказку, как словно вот мы, ну, открываем какую-то книжку и все, и вот она сказка. Но здесь словно вот аудиокнига, и аудиокнига нас вот способна тоже погрузить в эту сказку. Это уже мне очень нравится. То есть сначала было такое сказочное, прям словно заход на сказку, то есть книжка открылась, но сейчас какое-то пришло веселье, хоть оно и такое не супер, так скажем, не группа, короче, все очень классно. На, так скажем, на каких-то ассоциациях, старых ассоциациях, ты такой, опа, думаешь, что сейчас будет тот самый старый припев какой-то из каких-то песен, но здесь, ну, припев совершенно другой, хотя сходство в каких-то моментах и есть. Похоже на другого человека, немножко. Ну, не немножко. Короче, вот знаете, тут вроде разные люди, но стиль какой-то... То есть разные голоса вроде как, но при этом стиль... Вот. Они там друг друга, знаете, там касаются, но при этом особо там, знаете, не разлетаются в разные стороны. Блин, еще знаете, чем веет? Каким-то Рождеством, словно реально ты вот... То есть человек тут, как вначале нас говорится, что у нас есть один человек, и в конце он уже совершенно другой. И словно вот на Новый год мы же тоже, когда мы празднуем, мы такие в голове себе думаем, что все, надо все менять, кое-что какие-то там итоги подводим, и, ну, все мы там анализируем, и, так скажем, тоже начинаем меняться. И здесь словно есть какое-то сходство, и вообще настроение тоже такое, ну, приятное. Я бы такую песню бы ставил бы... такой видеоклип, связанный с Новым годом, Рождеством, вот так вот. И мы, кстати, то, что я занимаюсь на турниках, и бывает Новый год, мы делаем такие видео-поздравления и тоже вставляем именно группу Абба. Для того, чтобы поздравить.
вспоминать название телеканала. Тут видим, мы видите такую, ну, свет немножко, мы видим немножко света. Но в песне что там мы имеешь? Человек снова трансформируется, меняется, и теперь он снова, ну, то есть, уже не такой, как был прежде, ну, до этого. Он меняется, то есть, всегда есть какая-то надежда, всегда есть вот свет, 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 который ты можешь проникнуть, да? То есть, любую, так скажем, раненую душу, да, то есть, раненая душа, это душа в каких-то трещинах, у нее легче, так скажем, проникает свет. Короче, вот так скажу я. То, что не было ничего около, ну, 40 лет, и вот спустя 40 лет упал метеорит, которого излучалась какая-то энергия, это энергия доброты, это доброта, счастье, позитив, добро, ну, все это излучалось от этого метеорита, который вот начал распространяться по всей округе, по всему миру, ну, это вот их клип, так скажем, есть, ну, точнее, просто видео, и есть метеорит, который распространяет добро, счастье. Ну, правда, вот его слушать одно удовольствие, очень приятно. Здесь и веет, конечно, атмосфера и самой группы, атмосфера каких-то ангелочков, сказки, атмосфера вот тут прям, о, вот, все есть. Здесь он вот все самое хорошее слилось воедино, и вот, вот это вот и есть именно они. Прекрасные голоса, все вот, шикарно, шикарно, шикарно. Желаю вам хорошего настроения, пока-пока, будьте счастливы.